вот у нас коронавирус, и какая пробище идет. Ремонт воспользовались, да. А тут, это мы уже 2 километра проехали, а все еще пробка идет. Вот какая огромная. Ой. Идет, идет, а где же она закончится? А, она вот закончилась. Ё-моё. Вот она закончилась, пробка. Боже, теперь с этой стороны будет пробка. Там дороги ремонтируют. Ну, как раз вовремя, правильно. Никого нет, как только дороги ремонтировать. Вот, поехали. По этой стороне едем. В магазин едем. Неделю дома, ровно неделю сидели. А теперь вот такая неожиданность. Куда-то все срочно поехали. Тоже, наверное, в магазин. И работает тоже. Здесь авария у нас. Дама сидит. Дама сидит. А вон там еще впереди машины. Боже, еще машины. Что там у нее? Не знаю. А бочина что-то помяла. А вот не поделили, да? Ну ладно. Так, сейчас закупим продукты и пойдем опять на самоизоляцию. Ну что, мало? Мало, да? Ну, поменьше, чем обычно, да, конечно. Лимоны есть. Да, ты пошел. Сюда свернем лучше. Хочешь? Давай сюда свернем. А там пробки стоим. Будем опять. Там ремонт идет.